компьютерная швейная машина Juki K65. Основные функции в виде шаблонов строчки и панели управления удобно размещены по всему периметру машины. Машина оснащена приятной и комфортной глазу подсветкой рабочей зоны и удобным нитевдевателем. Внутри съемного корпуса находится комплект дополнительных принадлежностей. Вспомогательный стол, сдвинутый влево, сделает свободный рукав, который позволит улучшить шитье по кругу на замкнутых деталях. Нажмите кнопку «Старт» для начала шитья. Выберите длину стежка, сдвигая регулятор влево или вправо. При нажатии на регулятор скорости шитья выберите нужную для вас скорость. По окончанию шитья нажмите кнопку «Стоп» и при необходимости сделайте закрепку. При включении кнопки автоматического шитья обратной строчки по окончанию шитья автоматически будет произведена закрепка. Поднимите рычаг подъема прижимной лапки и опустите для прижатия лапки к материалу. Для того, чтобы выбрать шаблон строчки, нажмите на нужную кнопку. С помощью регуляторов выберите необходимую длину стежка и ширину стежка зигзага. Легко переключайтесь на необходимый вам шаблон. Машина Juki K65 имеет функцию выполнения петли. Установите лапку для выметывания петель, выбрав на приборной панели шаблон необходимого вида петли и начинайте шитье. Для того, чтобы не ошибиться с местом расположения петли на изделии, с помощью маркера нанесите линии отметок на ткань. Машина автоматически остановится, выполнив закрепочные стежки. Машина становится с поднятой иглой. После окончания выметывания петель обрежьте нити. Петля готова.